И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Что ж тут? Ты куда идешь, кстати говоря? Ты лучница у нас или? Да, давай-ка вовнутрь. Блин, ну почему, когда выходишь из игры, все их пути, которые следования, что это за красная херня? Короче, тут нападение. Ты куда бежишь? Ты вот сюда должна идти. Ты же... Ты какого? С мечом вот сюда иди. Блин, надо опять их переназначивать. Ты лучник или кто? Вообще никто. Куда ты бежишь вообще? Иди сюда. А, он... Ладно, просто он не участвует в бою, пускай бежит. А, теперь надо всех опять по-новому выбирать. Ладно, пускай там. Ты бежишь. Ты коцаная. Лучник. Где он стоит? Еще лучник. Мечник. Лучник. И лучник. Вот. Вроде все. Короче, тут... То, что нападает, это вот эти вот бегут. А вот здесь еще катапульты стоят. Куда они стреляют, не пойму. В собаку, что ли? Тут где-то собака шасталась. Не знаю, короче. Куда они там разворачиваются. Но катапульты мне явно бы пригодились. Меч у нее хороший. И щит. Это с палкой-ковырялкой бежит. Посмотрим, что у нас будет. Я не знаю даже. Так, ну лучников надо всех сюда поставить. Это не дело. Сюда идешь. Сюда. Ну-ка, перебыстренько перезагруппировались. Ого! И те же, пассатижи. Да куда ты, блядь, пошла? Сейчас тебе поковыляю. Ждем, пока он попадет. Вот, давайте. Готовимся и пуляем. Так, есть попадание. Так, надо наших брать бойцов. Давайте сюда. Сюда. Чтобы он шел по ловушкам. Во. А же одного минусанули. Куда? Взял, блин, открыл дверь, хорошо, хоть не зашли. Опять фигачит требуше, блин. Так, давайте идите завалить его. Он там еле ходит уже. Есть. Лучников фигачьте. Двери сломали. Японский бог. Да быстрее вочите его. Это же лучники, блин. У них нет ни хрена. Во. Есть. Еще одного. А что, нашего убили, что ли? Поселись без сознания. Ты живой там? А, вот. А где еще? Не понял, у нас же было больше. Ну да, да нет, вроде бы. Японский городовой, вот это, блин, вот... фигачьте их. Алло,
Победа, они уходят, блин. Так, стой ты, блин, давай. Хватай, иди, тащи. Лечить. Хотя ты сама покоцана. Что тут за куча лежит? Кто вот это такой? Критическое состояние у кого? Вот у тебя. Надо хватать его быстро и тащить. Лечить. Быстро. Взял, понес. У нас же 8 человек было. Так, что-то не то. Это все фигня. Что-то пошло не то. Так, да, у нас минусанулся один человек, поэтому нам надо где-то здесь вот стоять. На ловушках. Сейчас копьеносцы подойдут. И, ну, они уже, блин, попали опять по моему зданию. Давайте, стреляйте. Есть, попали. Так, эти стоите. Сейчас он попадет на ловушку. Оп, оп. Отходим. Пускай дурачок проходит по ловушке. Вот. А теперь фигачьте его. Есть, давай, лучников. Давай, жучников, фигачьте. Есть. Отходим. Блин, та еле ходит, блин. Что там с тобой такое? Да сюда идите ж, блядь. Почему вы через ловушки не ходите? Они же на вас не срабатывают. Почему они, блядь, их обходят 10-й дорогой? О, слава богу, она хоть нарвалась на эти, на колышки. Так, все, бегите. Эту сейчас нафигачат или... Давай, давай, давай. Побежали туда расфигачивать. Ее сейчас... Ей накостыляют сейчас нормально. Она никуда не уйдет уже. Так, есть, есть. Давай, добивайте ее. Ты что там, блин, что с тобой случилось? Хрена непонятно. Еда, сон. А у нас сон. Здоровье нормально, более-менее. Боль там чуть-чуть болит. Вы так растянулись, блин. Охренели, что ли? Давай, двигайся. Да какой там победа? Сюда иди. Блин, и все сразу слетает. Все эти вот. Так. Давай, давай. Они мне нужны. Ну куда ты бежишь? Вот сюда беги. На перерез фигач ее. Полудурок, блядь. Да как его? Ты ее обходишь. Че, 5-й дорогой обойди, блин, врага, да. Вы полуумные идиоты, блин. Полуумные. Ты посмотри, как баба шустро бегает. Давайте от этого хотя бы захренашьте. Идите нахрен, вот я что вам скажу, придурки. Так где все остальные, блин, невозможно долбанный дом найти. Валите к черту. Боевка тут не то что отвратительная просто. Так, ты полудурок, что там у тебя? Ты в лучник был, да? Тут хороший меч есть. Так, это что у него тут? Летняя одежда. Легкие доспехи никакие. Есть шлем. Кольчужный. Плохой. Вот меч плюс-минус хороший. Ладно, козы, может, отнесут. Овцы вышли, потому что дыру пробили в стене. Зашибись. Корова вышла, блин. Так. Попробовать еще окно сделать здесь.
Ну как тебе развернуть-то так нормально? Вот так будешь стоять, пофигу. Криво, зато будет, потому что в углах они не могут стрелять, вот в чем весь прикол. Где там те полудурки, которые с мечами? Ну ты же его не догонишь. Отстань. Иди домой, блин. Домой. Где эта клуша? Вот. Домой иди. Свинтили, блин, с моим оружием хорошим. Тут вообще налегке бегает. Что у него такое за... На нем напялено, я не пойму, кости что ли, блин? Что-то у него деревянная какая-то хрень, обмотки, не понимаешь, что на нем вообще. Все, нападение кончилось. Лечитесь. На лучнике хоть что-то есть, или это не лучник? Тут мечник. Щита у него нету. Дружок, ты просто так не беги. Вот он хоть и плохой, но зато он все-таки... Все-таки он щит. Так, подожди, у тебя меч короткий, говоришь, сколько у тебя меч? Во-первых, состояние у него отвратительное, а вот этот получше будет. И урон у него... Получше, так. Все еле-еле ходят, еле-еле ходят. Вот куда ты бежишь? Что ты делаешь? Какой сажает? Иди строй, придурок, стенки. Вот здесь дерево сруби. Никуда не бегай там за тем бревном, хрен знает куда. Выпустили коров, все повыпускали, блин. Че натворили делов? Строить, пожалуйста. Взял дерево и понес. Кстати, луки. О, неплохой лук, хороший. Вот куда ты бежишь? Берет ресурсы. Для чего ты берешь ресурсы? Берешь лук и несешь его на склад. Как ты там вообще прошла, я не понимаю. Следующий строишь. Позагоняли быстро всех коз вовнутрь, блин. Корову выпустили, этого выпустили. Куда ты бежишь? Ты посмотри на этого идиота, я же тебе сказал, сади. А, уже кто-то там занят. Ну ладно, делай ты. Там внизу кто-то тебя лечит, алё. Так, излечилась, отлично. Все, займитесь делом, отдыхайте там, короче говоря. Чините все, делайте. Вот это нам нападали, так нападали, хорошо. Я не знал, что тут такие сооружения есть. Но у нас-то катапульты никакой нету. Совсем. О, загоняет их, молодец. Да, дерево, конечно, не оправдывает себя как материал. Ну и понятно. Еще удивительно. Так, ну тут продолжает садить, это хорошо. Ягодки, лен, там все пускай садят. Козу хватай, тащи обратно. Нечего ей там гулять по улице, шастать. Так, у тебя что? У тебя вообще ни защиты нету, ничего. Может хоть
Уже оттащили. На вот хоть шлем кольчуги нужно, или ему не надо шлем. Вообще мы его лучше переплавим, мы его баним. Давай вниз. Надо ему шляпу. Если есть у нас где-то хоть шляпы какие-то. Маск. Летняя одежда обычная. Зимняя. Арбалет так никто не доделал, не успеет уже. Ты уже он как бы и не нужен прямо сейчас. Короче, шапки никто не делает, никто ничего не делает, как обычно. 3 года еще будет все это делаться. Поднимайся наверх. Строят, чинят. Пускай ремонтирует, пускай все сажает. Выздоравливают, нападали действительно хорошо, ничего не скажешь. Козы не носят. Вернее, они носят что-то. Блин, медленно. Вот у нее козы, блин. Что, она там спит уже, что ли? Или она кушает? Что-то она там ест, по-моему. Да, что-то она ела на складе. Не знаю, что, но что-то ела. Жмуриков будет это относить? Ну, тут фигачит неплохо так. Я их, конечно, много тут все поназначал. Это факт. Эй. Ты там пока спишь, иди вот. Возьми лук, отнеси на склад. Хороший лук. Потом будешь спать. Меня интересует... Металлические предметы. Их можно переплавить. Будет кольчужный шлем. Ну, неплохой, плюс-минус. Давайте на склад несите. Козы не носят пока что. Что-то занимается там. Ночью будете спать. Хэппи тоже нифига не носит. Хотя у меня стоит значок. Так, ладно, опустимся вниз. Вроде бы тут более-менее все разрулили. Так, выше подними чуть-чуть. Оп. Вот, комнату я тут назначил, чтобы делали. Выкапывали, надо еще будет не скоро. Книжки там то все. Там делают огород. Вот, носят. Даже овечка что-то принесла. Хорошо. Вот. Так, опять же, надо им облагораживать все комнаты. Да, тут библиотека каждому будет, все одинаково. Здесь почему-то кончились дрова, что ли. 2,5 градуса внутри. Так, приоритет низкий. Какие материалы, говоришь? Так, никакого угля. Ну, лесоматериал пускай будет, да. Приоритет высокий. Уголь нет. Это да, приоритет высокий. Блин, каждому теперь назначай. Уголь мы будем делать потом. Материалы. Уголь нет, приоритет высокий, вот. Все, пускай спят, отдыхают. Это уже ночь? Нет, еще не ночь, так что еще раз бегайте. Так что не думайте, что так просто отделайтесь. Перенести на склад. Легкие доспехи перенести на склад. Это можно будет что-то разобрать. Материал превратить. Вот это заберите. Хрень какую-то. Броня из кости. А-а-а. Грубая. Не знаю, какая у нее там защита. Вот это, что я смотрел, что чем-то обмотано, непонятно. Куда идешь? Сажает. Так, отнесешь труп лучше на склад.
Он здесь перед дверью валяется, они будут скулить тут. Ты куда идешь? Сажайся. Вот возьмешь, отнесешь на склад, потом будешь делать там все, что ты хочешь. Что это такое, капюшон? Куда, дружок, собрался? Сажает. Вот берешь труп и несешь на склад. А потом будешь сажать. Вот, еще валяется. Копье. Правильно, кушай, кушай, собачка. Так. Куда идешь? Молишься. Сейчас собака доест. Во. Отнесешь на склад. Не-не-не, ребятки, вы это вот берете. Это все на склад, потом будем все разбирать, переделывать. Капюшоны эти. Зимняя одежда. Это все можно разобрать на запчасти. Молишься. Сначала отнесешь, потом будешь молиться. Как я тебя пропустил? М? Не скажешь мне? Не знаю, оно разбирается или не разбирается вот это вот из кости грубое. Куда идешь? Опять ты сажать идешь. Несешь на склад. Так, это ходит. Куда ты пошел, а? А, жмурика несешь? О, неси, неси на склад. Козочка, может, ты что-то возьмешь? О, как. Хэппи, может, тоже что-то возьмешь? Хм, ты смотри. Несешь на склад? Несешь на склад? Что делаешь? Несет на склад, но еле ходит. Что делаешь? Ага, помолишься потом. Куда уже ввалили спать? Ну ты, блин, только отвернешься, они уже спать побежали. Куда? Это назначено вроде бы. Все, да, идите по своим делам. Занимайтесь, ребятки. Все, отлично. Из кости можно делать броню, интересно. Это живое? Да, они просто спят. Так, а где у нас склад со жмуриками? Я уже забыл. Где-то у нас тут яма была неподалеку. Я там и слаживал. Где, блин, не помню. А, вот. Ну, нормалек. Животные, если придут, какие хищные, будет им чем кушать. Вернее, что кушать. Ты еще идешь, да господи. Ладно. Все, поехали вниз. Будем делать им дальше быт. Обустраивать. Еще чуть выше. Нет, ниже. Вот. Так, у всех все есть, да? Отлично. Так, опять же, сейчас надо приоритет высокий ставить. Материалы. Уголь убираем. Сразу высокий. Уголь убираем. Как хорошо, когда открытый, не надо каждый раз выбирать одно и то же. Да блин. Постоянно такая вот шляпа. Так, они покушали, вернее, кушают, а играют, ну пускай играют. Занимается своим собачка, вот. Комната. Так, никто ничего тут и не делает. Швея что-то шьет, ну что-то шьет. Ну, тут вот есть параметр, как разобрать, допустим, ресурс, но... Что тут есть? А состояние есть уже, и она может быть новая, разбирать спокойненько. Отменить все и выбрать только, допустим, легкие шлемы,
Легкие доспехи. Ну давай так сделать. Чистить все. Легкие доспехи, шлемы. И вот эту фигню. Капюшоны, правда, вот капюшоны мне нафиг не нужны. Ну, пускай пока будет так. И сколько количества. Ну, вот, вот так вот. Не знаю, пускай посмотрим, что будет. Так, и вот эту комнату надо будет сейчас назначить. Чтобы ломали стеночки. Сначала углы вот так поразбираем, а это будет остальное держать. Вот еще посредине можно. Так же самое и здесь, везде углы побьем. Пустоту. Надеюсь, я не слишком много им тут нафигачил, чтобы все поломалось. Ну вот. А ты что так вот ли... А, это я просто не так посмотрел. Козочка спит рядышком. Ну, для козочки нету других. Я не понимаю, как они во сне сами себя повреждают. Что у него? Легкое сотрясение. Башкой об стенку ударился? Ну а как это еще по-другому можно назвать? Так, я хотел... Так, у нас склад... Склад делается, ну такой. Вот здесь вот можно большую комнату сделать. Коптильню. И металл там можно... Нет, металл будем здесь плавить. Потому что тут склад рядом. Здесь надо пробить где-то дыру. В стенке. Сделать дверь, сделать еще комнату. Тоже поставить печки. Плавить металл внутри. Кузня там будет. Камень будем тесать. Известняк и все вот это вот прочее. Ну вот, проснулись. Так, кто хочет кушать, то что хочет, идите, делайте. Может, целый час есть. Это еле ходит почему-то все еще. Сломанная нога, зашибись. Передвижение у нее понятно, почему она еле-еле так ковыляла. С ногой-то. Куда пошел? Сажает, ну сажайте. Это все равно очень много времени отнимет. К сожалению. Но это нужно сделать. Так, Дульсия бежит. Она что-то делает важное. Объясни мне, что у тебя за проблема? Легкое сотрясение. Ничего с тобой не сделается. Сажает? Ну, сажай. Молодой. Так, необходимо залечить. Сон для... Ой, он сам знает, что ему делать. Сейчас этого подлечит балбеса. Он как-то башкой там во сне треснулся. Сейчас посмотрим, что она сделает. Чуть быстрее. А, вот. Соломенная шляпка. Соломенная шляпка, хорошо. Пускай тренируется. Навык. Ботаника, отлично. Пускай все качаются. Стройки не идет, книгами никто не занимается почему-то. Факел, что с тобой? А, у тебя низкий приоритет. Высокий материал, сырье, никакого угля. Дерево, да. Может, копать кто-то будет? Что-то взяла. И куда-то побежала. А что ты взяла? Сажает. А что?
Здесь саженцы делали. Куча хлеба. Откуда у нас хлеб взялся? Хороший вопрос. Ягодки кушает, ну, хоть что-то есть. И начали копать, отлично. Цинь. Комната создана, спальня. Да, не создана она еще ничего, даже близко. Так, строим опять же из глинки. Надеюсь, не рассыпется тут ничего. Да, по идее, не должно. Стенки-то не так много убраны. О, давай, строй, 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 строй. Какая еще свободная комната? О какой свободной комнате речь идет, если там кровать стоит? Что за бред? Так, строим сразу же. Не хочу, чтобы много было под лишним, ну, в смысле, пустоты, чтобы у нас обсыпался потолок, еще чего не хватало. По-моему, полка рассыпалась, да? Иди же, пассатижи. Да, физика имеется. Наконец-то спальня. Вот какие-то свободные комнаты. Да, к сожалению, полки расфигачиваются, это плохо. Блин, ну ничего не поделаешь. По-новому сделаем. Общая спальня. Обязательно было вдвоем копать одно и то же, и главное, один прокачался, типа, а другой просто что-то делал, и в итоге ничего не сделал. Да, это я, конечно, протупил. Вот, уголок заделайте. Вот. И еще разочек. Общая спальня. А, вот еще угол. Ну, куда ты ставишься там, блин? Вот. Что у вас тут? Пока ничего. Спальня, спальня, ну вот. Заделайте, что есть. Надо книжку. Книжную эту полку вернуть обратно. Сделайте мне полочку обратно, пожалуйста. Так, во. Расфигачили. Вот это вот. Вот это вот. Постепенно все заделаем. Но это будет не сразу. Так, это шапки делать. Во, арбалет есть. Отлично, надо самому лучшему лучнику дать. Кто у нас самый-самый-самый? Так, меткость 14. 26. Я думаю, у нас уже есть победитель. Сразу. Экипирую арбалет. Я думаю, лучше... меткости, я думаю, тут уже не найду. Ну да. Ты самый хороший у нас тут. Так, сколько у него урон? Так, а 25 метров дальность, а у лука 25 метров, серьезно? Очень близко. Очень. 18, да, а дальше бьет, намного дальше бьет. И точность 94%. Хорошая эчина. Так, что у нас за исследование еще готовы? Так, изготовление глиняных.
Ага, это мы можем делать уголь. Печка для угля. Картография. Регионы. Ну, не знаю. А вот сталь и кузнечное дело. Я думаю бы... Так, вот защитное сооружение давай открываем. Блин, пропало все. Ну ладно. Дождемся, мне нужно... Ну, книжки-то у нас делаются. Полка изготовилась? Отлично. Ты дура? Я вижу, что да. Она себе замуровала. Как? Как? Объясните мне. Это науке неизвестно, как это случилось, но ну, как-то случилось. Так, вот здесь комнатку. Тут есть приоритет поставить? Нет. Могу только заставить ее. Вот, копай вот это. Не знаю, куда там шла, но выкопай вот здесь. Ничего не знаю. Так, берем стенку. И вот здесь вот восстанавливаем комнату. А то у нас получилось тут не комната, а хрен знает что. Я твой... Дом труба шатал. Ты дурак или вот еще один дурак? Или дурочка? Сделай вот это. И не заходите больше в тот угол, идиоты. Безмозглые. Куда пошел? Строишь? Молодец. А сразу так нельзя было сделать? Блин, я построил кругом книжные полки, это они будут все сломаться, и опять по-новому надо будет их делать. Да, гениально, конечно. Ну, что, ничего не поделаешь, да убери ты это. Что случилось? Доступное исследование, отлично. Я не хочу просто все это выбирать, потому что, не дай бог, рассыпется. Ну, частично можно. Вот так вот. Вот так вот. Здесь стенки доделают завтра. И вот это можно будет убрать. Вот. Подпорок, в принципе, много. Но рисковать не хочу. Вот так вот. Короче, у нас только дрова кончились, я смотрю, никто печками не занимается. 14. Да, тут назначено на самом деле очень много. Рубить деревьев. Опять эту башку я треснулся об стенку. Так, ты мне здесь не нужно убрать. Я не понял, корова предессировала, что ли? О, отлично. Таскаешь. Никому привязана не будешь. Корова не должна быть никому привязана, но носить будешь. Помощники нам всегда. Лишние руки нам лишними никогда не будут. Так, шапочки делает, хорошо. На улице 13. Им удалось залечить рану. Господи, какие они... Здесь у нас что? Травы. Почему ни одну траву не посадили, непонятно. Приоритет можно сделать? Нам как бы лечебные травы всегда нужны. Капустку посадили. Что случилось? Исследование или что там было, не заметил. Так, на сталь не хватает. Чего не хватает-то? Чуть-чуть не хватает книжечек. Так, они там копают, я пойду вниз. Чуть-чуть выше. А, книги разваливаются. Вот что происходит. Полки. Так.
То, что вы ломаете, это все хорошо, но надо и сразу и восстанавливать это все дело. Иначе будет беда. Чуть-чуть выше еще. Во. Во, вот здесь вот заделать. Сразу углы, пожалуйста, мне заделайте. А то уже были прецеденты с углами. Отлично, коровка носит, все это хорошо. У нас уже 3 животных есть, которые могут носить. Это же замечательно. Да, переделать, конечно, это еще то занятие. Но ничего не поделаешь. Нужно. Потому что каменные стены, в смысле, просто они никакие. Мне не нравятся. Один копает, один строит. Вот хорошо. Спальня. Что-то еще есть, где можно строить? Вроде нет. Назначаем дальше, чтобы все. Теперь можно все смело расфигачивать. Этого будет достаточно подпорок, чтобы все держать. Потом придется по новой книжные полки делать. Так, вот это пока подожди. Слишком большой пролет. Да, вот так достаточно будет. Одну сторону заделаем, потом остальное. Потому что мне что-то не нравится такое. Книжки расфигачились, полка уничтожилась. Может, их разбирать лучше? Мы так материал не будем тратить. На самом-то деле, давай вот это разобрать. Действительно, что эти? Мы же ресурс тратим. Древесину. Вот. Это разобрать. Ладно, успеет разобрать, хорошо, не успеет, так и будет. Это надо, это срочно надо разобрать. И вот это туда же. О, молодцы, книжки расфигачивают. Материал остается, да, дерево хоть остается, отлично. Это же замечательно. Делаем здесь. Ага, вот стеночка. Еще. Козочка бегает. Стенка есть. Ничего, книжки у нас сейчас все на полке. Сейчас пойдет, все нормально будет. Ну, комнатки, спальня. Вот еще. Просчет пошел. Ну. Ничего не поделаешь. Надо так делать. Доступное исследование. Отлично. Это хорошо, что оно доступно. Вот. Еще пропустил, вот. Ну вот, отлично. Практически комнаты, считай, сделаны. Осталось только доделать вот это. Строят они быстро, очень даже быстро. Спальня. Зато будет смотреться уже поприличнее. Вот. Вот и хорошо. Вот еще. Сейчас она здесь копает. И будем сейчас полки им нас поставим, чтобы делали. Опа, дырочка. Не заметил сразу же. Вот. Вот отлично. Сейчас здесь то же самое с этой стороны сделаем. Вот, совсем другое дело. Он даже смотрится получше.
Так, вот эту колонну ставим. Две уберем. Немного было. Хотя, в принципе, наверное, тут не сильно большие пролеты. Я думаю, вот это все можно смело убрать. Так, а что у нас, готовая еда есть или нет? Это же готовая? Да. С едой все нормально. Так, стеночки. Обязательно стеночки. Потому что комната расширяется, а мне это не нравится. Может разломаться. Так, есть, есть, есть. Вот еще. Комната будет доделана. Ну вот, красавцы. Коровка, ты что тут? Это же не стоило твое. Ну ладно, хочешь спить тут. Лишь бы не вот здесь вот. Так, мне нужна дверь. Думаю, дверь сюда уже можно спокойно поставить. Так, ну вы развлекайтесь, я вас не буду там отвлекать. О, спальня готова. Общая, правда, но... Так, спальня, спальня. Есть. Во, теперь здесь можно уже делать книжные полки. Вернем, как было изначально. Да ну, бляха. Все будут у нас начитанные и грамотные. У каждого будет библиотека в комнате. Так, о, а вот это вот, я не заметил, что там нету угла. Вот хорошо. Это у нас будет дальнейшая спальня развиваться. Для еще следующих людей. По-любому кто-то придет. Книжки, книжки. Ой, стеночка. Извиняюсь. Вот еще отверстие незаделанное. Так, ну а здесь вот эту стенку можно прям всю сразу целиком выбить. Потому что здесь все держит, а это не страшно. О, козочки носят, прям любо, дорого посмотреть. Коровки носят, все носят. Необходимо залечить раны какому-то дураку. Какой-то дурак опять головой треснулся об стенку или дурочка. Сломанная нога. А кто тебя бил? Истекает через 109 часов. Хрена себе. Ну, не, ну понятно, что перелом ноги так быстро не проходит. Ну, серьезно, что так долго-то? Я имею в виду, в смысле, как это она вообще ногу поломала? Спит на кровати, бац, и нога сломалась. Книжные полочки у нас будут. Так, спальни готовы. Что-то там готово. Стройте, стройте. Вот спальня, отлично. Наконец-то. Все, здесь вот стенки все полностью заделаны. У нас кончилась древесина, Хьюстон. Так, она что-то разобрала, действительно. Еще есть, да? Летняя одежда, нет материала. Возможно, она не все разобрала, возможно, еще не все есть. Зимняя одежда. Состояние плохое. Вот как? Я не знаю. А хорошие вещи придется, получается, запрещать для разбора. Латы вот надо переплавить. Так, здесь перестали копать.
Они почему-то вот там копают. Ну ладно. Пускай все выкопают и сразу заделают. Так, а здесь уже можно и дверьку влепить. Вот так вот. Ну да, древесины пока нет. Извините. Ну, вы делаете то, что пока есть. Возможно сделать. Так, я думаю, стенку вот здесь надо обязательно ставить, потому что большой пролет мне это... Хотя вроде бы не очень большой, но... Но пару подпорочек сделать надо. Во. Есть контакт. Качнулся? Молодец. Так, стенки. Во, замечательно. И вот тут. Все, и будет полностью тут переделано. Это для следующего поселенца. Все. Эти книжки делают, это отлично. Так, что у нас по исследованиям? Вот, сталь, кузнечное дело. Давай, кузнечное дело. Декорированное. Да ерунда это все. Ферментация, пиво будет делать. Вот, консервирование продуктов, я думаю, вот эта вещь прям хорошая. Еще и полки будут в складе, отлично. Теперь мы можем... Так, что у нас здесь появилось? Ловушки из дерева, 25 дерева, механическая деталь. Но у нас не так много деталей на самом-то деле. Так, здесь у нас ничего не поменялось. Ага, полка есть. Полки в складе можно поставить будет. Там можно хранить оружие, все такое прочее. Вот так вот по периметру можно их расставить спокойненько. Но для этого до хрена надо дерево. У нас пока его нет. Вижу, ну, на поверхности дождь идет. О, дерево появилось. Сколько внутри тут? Раз, два, три, четыре. Да, надо стенку ставить. Из глины. Это у нас будет материал строительный, вот. Все, комната еще одна будет готова. Куда потащила его? Ну ладно. А, вы строите, понял. Только не замуру себя. Как вы умеете это делать? У вас хорошо получается себя замуровывать. Вот у нас еще дополнительная комната появилась. Почему бы, собственно говоря, и нет? Так, ну и полки. Сразу делаем полки. Кстати, а тут что не сделал? У людей-то здесь тоже нету ничего. Так, так, так. И теперь вот сюда. О! Ну и пол. Само собой, в этой комнате нужно сделать. Чтобы было полностью готовое. Во. В коридоре, в принципе, тоже можно пол постелить. И не видно ни хрена, во. Отлично, у каждого все есть. Книжная полка, еще потом канделябры вам поставлю. Книжки куда слаживать есть, все-все носят. Прям любо-дорого посмотреть. Есть еще исследование, да, только что было? Нет? Опыт, 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 опыт. Так, наверх пошли. Как тут наши яблочки? Да никак, они еще долго будут расти. Зато у нас тут, я смотрю, носят. Ловушки строят, отлично. Ловушки нам надо много-много, чтобы эти дураки бегали вокруг. И попадали в эти ловушки.
Так, уже, кстати, сено надо заготавливать, потому что оно тут есть, но его не так много, как хотелось бы. В смысле, у нас еще коровка появилась? Недрессированная. Дрессируйте. Пускай носят. Овцы у нас забить не надо, пускай дрессируют их. Ну вот, у нас уже хороший мир плыл. Сено еще. Автоматическое сохранение, как всегда, не вовремя. Соломка поспела. Грибочек. Кто-то его подъел, но я заберу. Вот так вот. Пускай забирают. Жмурики лежат. Соломка. Тоже надо взять. Соломки много не бывает. О, грибочки. Рядышком выросли. Что у нас тут? Лен растет. Отлично. Так, а что же... Ага, требуется навык 25, чтобы садить травы. Ага. Чтобы садить травы, надо 25. А у нас, наверное, такого же этого ботаника, наверное, никого нету. 8 ботаник. 14. 7. Вообще 2, блин. 11. 1. 11. 24. А здесь 25. Ага, единички не хватает. Ну, будем надеяться, что он скоро качнется и начнется. Все, что надо, будет производиться и делаться. Тут я думал, что на раньше, блин. Так, что по животным у нас? По диким. Хищники есть? Крыса есть, лиса. Ну, лиса это не хищник. Так, крысы, ну от крыс надо поизбавляться. А, вепер есть. Но вепер надо вручную ходить убивать. Крыса. Пускай тренируется, еще вепер есть один. Зайцы. Ну, каких-то зайцев можно было бы и кнокнуть. Ну, вот, зайцы приручают две. Самка и самца и самку, да? Ага. Так, зайцы, зайцы, зайцы. Олешек можно грохнуть. Нам кожи уже нету, получается. Зайцев очень много, так что можно их пустить в расход. Большую часть. Все равно новенькие потом появятся. Так, древесина 48. 50. Вырубить уже густой довольно-таки лес стал. 50, нам дрова нужны. Я очень много потратил лесоматериала. Сколько там уже? Почти час, пора заканчивать. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.